Просить, чтобы как в клипе вы как бы тренировались в этот момент, как Рокки Бальбоа. Вот так типа. Что происходит с моим голосом? Девочка, постарайся. Знаю, твоя судьба в твоих руках. Авторы всех оправданий лишь по местам. В этой боли нет доли, той силы воли, что в тебе. Вставай и сражайся. Ведь еще не окончен бой. Постарайся, бэби! Давай, поднимайся. Вставай и сражайся. Следующий раунд за тобой. Раз, два, три. Можно я возьму планшет? Я прошу тебя. Я немножко на звукорежиссера учился. Ничего. Иди сюда, ты героиня в моей песне. Видел я, как братья падали с небес, даже не начав свой путь на Эверест. Перед тем, кто не верит, закрыты двери, но поверь, проверь. Это то, что каждому из нас дано, то, что никогда не даст уйти на дно. Один в поле не воин, но если двое до конца, я за тебя. Поднимайся, вставай и сражайся. Ведь еще не окончен. Так, где эти движения, о которых я говорил? Рокки Бальбоа. Вставай, поднимайся, вставай и сражайся. Следующий раунд за тобой. Выводите чемпиона. Следующий раунд за тобой. Когда идет дождь, дороги мокнут, но стоит прохожий, дождем не тронут. Это похоже на то, как щенков топят. И нашелся такой, который не тонет. И больше нет границ, окраины столицы. Порвутся эти цепи, душа как птица. Воспарит над миром в порыве страсти. И ты поймешь все в твоей власти, власти. Поднимайся, парень, и сражайся, парень. Следующий раунд за тобой. Вставай и сражайся. Ведь еще не окончен бой. Не окончен бой. Давай, поднимайся. Вставай. Следующий раунд за тобой. За тобой. За тобой. Следующий раунд за тобой. Ну как, звук получится уже? За тобой. За тобой. Следующий раунд за тобой. Спасибо.